Друзья, всем привет! Люди нашли клубок глины, который дышал. Можете в это поверить? А это был бедный маленький ежик. После того, как он повстречался с собакой, и собака превратила его буквально в камень. Животное, которое было найдено в Англии, свернулось в клубок, когда почувствовал приближение собачьих клыков. Однако это не помешало собаке превратить ежа в кусок глины, покатав его по земле. Когда глина затвердела, это затруднило дыхание ежа и поставило под угрозу его жизнь. Но люди не испугались и стали очищать ежа от глины. Когда он был чист, люди накормили его и выпустили на волю.